Итак, всем привет. Пока едем по своим делам, немножко поговорим о жизни. Вот я постоянно думаю, зачем ехать на чужую землю, отдавать свои жизни и там оставаться в земле. Вот этого не могу я понять. Быть агрессором, быть на весь мир плохим и все равно продолжать то же самое делать. Вот это я не могу понять. Не могу. Ладно. Поначалу вы не знали, куда вы едете, зачем едете. Солдатики русские. Хорошо, но сейчас, как саранча, что вы делаете? Ломаете, разбиваете, насилуете, убиваете людей. И что, это нормально по-вашему? Вы с удивлением, почему весь мир против вас? Ну почему? Потому что все нормальные люди понимают, нормально, что вы агрессоры. Только вы не можете догнать, что дед Путин, дебил, сидит в бункере, а вы идете, отдаете свои жизни за него, за дебила, за диктатора сраного. Весь мир знает, что творится. И вы думаете, что вот эти все ваши разбои, вот эти все ваши насилования, это все никто не видит, все видят. Сейчас другие времена настали. Все видно, все слышно, поименно, по фамилии всех знают. И придет время, когда вам нужно будет еще за это заплатить. Оглядывайтесь, постоянно оглядывайтесь, потому что вас будут искать. Те, которые насиловали, убивали, вот это все делали, бардак. Вы с удивлением, кто вам дал право так жить? Вы живите, но вам нужно сначала поменять власть вашу идиотскую, дебильную, которая вам постоянно втирает через ваш дурной телевизор пропаганду, чтобы удержать власть свою. Путин хочет удержать свою власть. Вот он вас посылает за ваши деньги. За ваши деньги он посылает вас на смерть. И вы получаетесь удобрением в Украине. Теперь вы все прекрасно знаете, куда вы едете и что вы делаете. Значит, вы это делаете, знаючи о том, что вы делаете. Но я же говорю, придет время, нужно будет платить за все то, что вы натворили. Ломать не строить, правда? А не лучше взять свою армию, вот эту вашу, найти Путина, прибить его, поменять власть, и ваши дети будут жить намного лучше. Не так, как вы, от войны до войны. То Чечня, то Грузия, то Сирия, то Украина. Что вы думаете, вот так? Это ж сраная бензоколонка и война. Больше ничего нет. Все. Так что оглядывайтесь. Все те, которые делали зло, которые бардак делали в Украине, вас найдут все равно. Придет время. Не сегодня, завтра, не завтра, через месяц, через три. Вас все равно найдут и накажут. Это я знаю 100%. Украина хочет быть нормальной страной. Вы ее разломали полностью. Кто ее будет строить? Наверное, все-таки вы будете строить, потому что вы с удивлением, что
Все против России. Ну понятно, проснитесь, люди. Берите вот эту вашу армию дурацкую, потому что у вас танки не едут, ничего не делается. Все у вас ломается на ходу. Найдите Путина, поменяйте власть, и ваши дети, ваши внуки будут жить нормально. Не так, как вы живете. От войны до войны. Думаете, что это вас спасет? Вот эти пару долларов? Да никогда. Вы всегда будете жить вот так, как вы живете. Всегда. И ваши дети, и ваши внуки вот так будут жить. Потому что вы живете в стране, которой нет. Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отыскать. Кроме той роковой, в которой вы все не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Вы так продолжаете жить, как жили. У вас ничего не меняется. А Украина пошла вперед. А вы теперь с удивлением. Вот как они живут. Ну вы живите так. Поменяйте свою власть и живите нормально, люди. Кто вам не дает нормально жить? Ну вы же придурки, вы едете в Украину, отдаете свои жизни, вместо того, чтобы отдать свои жизни, для того, чтобы поменять власть. И каждый из вас знает, что вы делаете плохо. Каждый из вас знает, что вы делаете плохо. Это как вы сидите дома, все хорошо, светло, тепло, и тут вдруг вскакивает к вам с оружием, стреляет, убивает, насилует. И что вам, это понравилось бы? Да я не знаю, это просто... Вы трутни, вопрос, просто трутни. Вы трутни, какие-то орки, саранча сраная. Вы остаетесь на поле боя, вас никто не забирает. Собаки уже нажрались так, русского мяса, же просто... Никто вас не собирает, своих не бросают, как говорите вы. Еще как бросают, и ваши ребята лежат, и ответа на вопрос нет. Почему? Для чего? Вот эта вся война, для чего вы пошли? Хорошо, украинцы защищают свою землю, отдают свои жизни. За землю, за свою землю. Вы за что идете воевать? За что вы умираете? За Путина? За вот эту дебильную власть вашу? Это ж сидят дебилы. Они ж просто, ну как, они, может, умные дебилы. Потому что они знают, что они, если потеряют свою власть, то им придется расстаться с жизнью. Вот они сидят годами. Лавров, Путин, Медведев и все остальные вот эти дебилы. Жириновский, который сдох, идиот, шут гороховый. Вот они сидят, а вы идете за свои же деньги, потому что с вас берут деньги. Сколько миллиардов пошло сейчас, осталось там, в украинской земле? Ну и хорошо, хотите быть удобрением, ну будете. Потому что Украина сейчас сильна. Вы уже ничего не сделаете Украине. Ничего, абсолютно. Просто вы туда уйдете и не вернетесь домой. Можете маме и папе сразу говорить. Я иду в одну сторону. Все. Я иду в Украину как удобрение. Вот и все. Потому что вы, большая часть из вас, пойдет туда, где военный корабль Москва. Все. Только останутся в поле, в земле украинской. И будете просто удобрением. Если вам это нравится, быть удобрением, и ничего при этом не поменяется, то я не знаю, тогда вы просто глупцы. Вам нужно менять власть, но вы этого не можете понять. Что вы делаете и как?
люди, возьмите себя в руки. Вот этой армией вы не хотите идти, некоторые из вас, да? Хорошо, это уже хорошо. Не хотите идти воевать в Украину. Это уже хорошо. Но вам нужно хотеть воевать за свою землю, за свою родину. Потому что у вас, вы ищете каких-то националистов, у вас сидит Путин, бандит, который делает вас кардебалет, убивает вас. За ваши же деньги убивают вас. Потому что с вас берут, с папой, с мамой деньги берут, вас посылают на войну, и вас там убивают. За что? За Путина? За дебила, который сидит в бункере? Прежде чем идти в Украину, хорошенько подумайте, стоит ли отдавать свои жизни за ничто, просто так. Вот, впустую. Украинцы отдают свою жизнь за землю, за свою землю, которую хотят освободить от вас, от дебилов. Пока у вас не было, все было нормально, все стояло, все процветало. Только вы появились, и там, где русский мир появляется, всюду бардак. Афганистан при Союзе был, тоже непонятно за что. Чечня, Грузия, Сирия, Украина. Что дальше? Вы думаете, вот там живут. А почему живут люди в других странах нормально? Потому что они по-другому смотрят на мир. Они не смотрят, как вы смотрите на мир. Они смотрят по-другому. У них нет диктаторов, у них меняются президенты. А у вас сидит дебил старый, постоянно. Еще в Белоруссии точно такой же дебил сидит, диктаторы, один и второй. И я могу сказать так, что и так, даже если вы сейчас вот ничего не будете делать, и так России будет капец. Почему? Санкции включены очень много. У вас никто не будет брать уже бензин, нефть, и у вас будет бардак начнется. Очень сильный бардак. Почему? Потому что Россия будет падать экономично. Вся экономия упадет у вас. Начнется гражданская война, потому что нужно жить как-то, правда? А вот это все упадет у вас, может тогда вы поймете, может тогда поймете. Но сейчас пока до вас не доходит, что нужно вам поменять вашу власть, которая вам не дает жить. Вас убивает она, вот эта власть. А украинцы вас только освобождают от той жизни, которая у вас есть. Вы приходите на украинскую землю, они вас освобождают. Итак, берите себя в руки, скиньте дурацкую вот эту власть вашу, этой же армией. Не едьте в Украину, едьте в Кремль, развалите его нахер, поменяйте власть, и ваши внуки, ваши дети будут жить нормально. Вам не придется ехать в какую-то страну, отдавать свои жизни или быть калекой. Вам придется просто жить нормально. На вас никто не нападает. Последнее, когда на вас нападали, это был Советский Союз, немцы. Все. Все остальное время вы нападаете, вы агрессоры. Как нормальный человек, каждый не может понять, что кому-то прийти домой, это агрессия. Кого-то убивать, насиловать, воровать, это все агрессия. Вас когда в плен берут, вы начинаете петь совсем другую песню. Вот мы не знали. Вы не знали, хорошо не знали в начале, хорошо не знали в начале. Сейчас уже ваших больше 20 тысяч, 21 тысяча лежит убитых. Сколько еще раненых, покалеченных? Сколько еще? Много, очень много. Идти в другую страну, убивать, чтобы выжить самому. Вот. Вести потом тряпки,
компьютеры, телефоны, чтобы потом как-то выжить. Но этого не хватит, люди. Вы сегодня наворуете, поубиваете, убиваете города. А что завтра? Что завтра? Вы всегда нападаете на слабых. Вы на сильных не нападаете. Нападите на Китай, допустим. Почему вы на Китай не нападаете? На сильные страны? Нападите. Вы нападаете всю жизнь на слабые страны. Мы армия, большая армия. Жопа. Так что давайте. Думайте головами своими, прежде чем ехать в Украину. Вы все там останетесь. Вы будете удобрением в Украине. Идите, меняйте власть свою, и у вас будет другая жизнь. У ваших детей, ваших внуков будет нормальная жизнь, и вы должны жить в золоте, а вы живете нище, нищета. Чтобы не было машины, завести мертвого человека. На санках везут гроб. Это вообще... Где такое есть в мире? Ну нет такого в мире, нигде. Только в России может быть. Вы с удивлением, кто вам дал право жить? Да каждому дано право жить. Вы живите хорошо, но сделайте все возможное для того, чтобы жить хорошо. Не слушайте диктатора. За что вы отдаете свои жизни? Не знаю, если вы вот так дальше будете идти, вы просто придурки. Вам нужно упереться всем. Сказать, мы никуда не пойдем. Все. Полностью всем. И тогда вам ничего не сделают. И вы останетесь жить. А лучше всего пойти, найти Путина, найти вот эту всю вашу блядскую власть и поменять ее. Поменять ее, чтобы вы дожили свою жизнь до конца нормально. И, ну, понятно, что не будет, все равно будут жертвы. Но лучше уже отдать свою жизнь для того, чтобы освободить вот от диктатора, вот от этих придурков всех, освободить свою жизнь и своих детей и своих внуков. Ну думайте немножко, люди. Ну почему вы едете в другие страны и там все хорошо? Потому что меняются президенты, все меняется, на месте ничего не стоит. А Путин сколько у власти уже? Сколько? 22 или больше лет уже?